Всем добрый вечер. Давно вы у меня не были в магазине. Я в раздевалке. Вот. Слава богу, камера работает. Вчера флешка загнала и либо ее форматировать. Ну, короче, поняли, да? Надо делать. Но я все равно сегодня вам видео поднялась, купила новую. Вот. Немножко погуляем. Вчера, оказывается, выходили купоны, короче. Делают 50%. Зеленый горошек, кукуруза в банках. Всякие такие соленья, знаете, это. Я вот такой вот взяла банку. Получается, 104 рубля обошлось. Я обожаю просто патиссоны, мелкие помидорчики. Тут даже немножко огурчиков. Так она 209, ну, 205 рублей. Ой, 105 рублей получается. Короче, Пашка говорит, картошки нажарил, но я говорю, нам не хватит. Взяла еще картошки отварить. Ну, отварю. Вот, приду домой. Цветочки вот к школе привезли. Вот такие. 199 рублей такие букетики. Милые. Розы тоже сегодня свежие привезли. 300 рублей букет. Сегодня сразу только выложила, один купили. Тая тоже красивая. Так, ребятки, я уже дома. Сейчас покажу, что я купила. Получается, вот это вкусненький. Тут патиссоны прям обожаю, хрустящие. Сейчас картошку отварю и прям поужинаю. Дальше, что я купила со скидкой? Вот такой очищающий гель, умывалка. 58 рублей. Невея. Причем у него срок годности нормальный по июль 25 года. Я не знаю, может быть, из-за того, что его мало осталось, поэтому такая скидочка. Но я всегда пользуюсь для умывания вот с такими вот планогелями. 58 рублей. Вот как не купить? Просто рука не поднимется, не купить. Так, дальше. Вот такие дым, бокальчики. Блин. У меня же, получается, не хватало этих фишек в ленте. Если хотите за 1 рубль купить, надо 72 фишки. Ну, либо разные бокалы. И там у каждых категории бокалов разное количество фишек надо. Вот эти вот самые, как будто как дорогие. 72 фишки. Вы даже не представляете, сколько я, как сказать, проделала труда, чтобы заполучить за 1 рубль. Я брату спросила, фишки тебе надо? Он говорит, нет, не надо. Они мне отослали с Таней. Сколько они мне отослали, по-моему? 36 у нас было. По-моему, 30 фишек отослали. Потом я девчонкам еще написала. Кто-то не... Ну, сказали, что нету. Тоже кому-то отослали. Подружка Аня с Тюмени мне отослала 5 штук. Мне не хватало одной или две, короче, утром сегодня. Мне уже подружка откликнулась, отослала. Ну, там, по-моему, минимально 5 штук. Либо там 5-10 и пошло вот так вот ровными. Короче, она мне это отослала, и все. И, короче, вот такие вот бокалы купили за 1 рубль. Я их так хотела. Там можно было для вина, но у меня есть такие для вина. В том году тоже вот эти вива всякие покупали. Сейчас я вам покажу. Такая форма просто необычная. Блин, классная. Смотрите. Смотрите, как она классная. Я уже представила какой-нибудь коктейльчик. Вообще здорово. Не знаю, там написано, как можно для коктейля. Всякие вот там долечку там на край. Вообще здорово. Ну, классно же, да, согласитесь? Вообще крутяк. Обычно Пашка пошел это на левый берег, ну, здесь в нашу ленту. Там, говорит, я ему наказала. Я говорю, именно вот такой формы. Уже картинку скинул. Он говорит, такой нет, там другие. Тоже, говорит, набирали, может, тебе других? Я говорю, нет, не надо.
Вот у меня есть в том году тоже в ленте. Тоже за 1 рубль. Вот такие вот у меня есть под вино. Я бывает и шампанское с него. А я хотела такую необычную. Такую обычную я всегда могу купить. И они есть у нас. А я хотела вот такую. Прям классно. Потом будем как-нибудь. У меня там еще винишко, по-моему, осталось. Да. Маленькое винишко можно, в принципе. Вообще классно. Я так хотела их. И я получила. Здорово, да? Напишите, кто бокалы купил за 1 рубль. Это не знаю, сколько это надо покупок сделать, чтобы... Ну, хотя вот Пашка же 30 набрал. Я не знаю, за какой период. Вот. А в Ситимоле я посмотрела, в Ситимоле ближайшее. И, короче, я говорю, сходи. Он уже под вечер сходил. Он говорит, там их дофига. Вот, вот такой вот именно формы бокалы. Вот. Такие дела. Погода хорошая, в принципе, сегодня такая. Ну, теплая сейчас вечером. Ехали на такси, теплая погода, прям в тоненькой кофточке. Дожди вот у нас с пятницы на субботу, дожди прям шли. Вот. Но утром как бы лужи были, а так ничего, потом днем не было, тепло было. Вот. Ну, в принципе, все, что хотел рассказал. А, кстати... Эту закуску, да, прям такая вкусненькая, которую я делала. Единственное, знаете, что я забыла? Я забыла, мне уже напомнила вот эта моя подписчица, чтобы черный перец с горошком. Я вообще, у меня из головы прям просто выпало. Так очень вкусно. Первый раз такие закуски делала. Я пробовала. Мне очень понравилось. Баклажаны, кстати, чуть-чуть подорожали. 79 рублей. Тогда я по 62 рубля купила. Вообще, атас. Чеснока побольше, прям так. Вот этого мелкого. Вот. Ну все, мои хорошие, буду... заканчивать видео. Лайки, комментарии. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока, мои хорошие.